Никита Юрьевич, добрый день. Вы с 2015 года уже художественный руководитель Пятого театра. Вы сотрудничали до этого уже с Пятым театром. Вас приглашала Александра Илларионовна Иркова. И уже были ваши первые постановки здесь в театре, и потом главный режиссер. В общем, опыт у вас довольно солидный для Омска. Как вы считаете, все-таки Омск – культурная столица? Омск – театральный город? Вам здесь комфортно, как режиссеру, как руководителю театра? Сразу три вопроса. Три в одном. Чувствуется хваткий руководитель. Сразу три огромных вопроса, достойных отдельной передачи каждый. Политику никто не отменял. И вопросы слишком серьезные, чтобы на них отвечать предельно откровенно. Но я постараюсь. Считаю ли я Омск театральной столицей? Нет. Уточнение, театральной столицей Сибири. Мне сложно говорить, я сейчас объясню. Считаю ли я Омск театральным городом? Бесспорно. Бесспорно. Мы не оцениваем хорошо-плохо. Это субъективные вещи, это вкусовщина. Жизнь бурная. На маску номинируются? Номинируются. Регулярно? Регулярно. Процесс идет? Идет. Режиссеры интересные в город приезжают? Приезжают. Конечно, театральный. И не просто театральный, а кипучая театральная деятельность в городе есть. Она есть. Чтобы быть до конца честным, надо сказать, что она есть благодаря вам. Да ладно, Никита Юрьевич. А вот это то, что мне не академическому нравится. Академическому театру, да, знаете, может быть. Знаете, мы говорим, партия, подразумеваем Ленин, мы говорим, Ленин, подразумеваем партия. От руководителя очень много зависит, как мне кажется. Конечно, театральный город. Мы тут недавно приехали в ваш театр на маску, приехал театр нации, и мы после этого пошли в кафе. И вдруг за одним столом оказались режиссер Диденко, режиссер Гриншпун и режиссер Гацалов. Конечно, мы все друг друга знаем. И я шутил, я говорю, не многовато ли режиссеров на квадратный метр? Театральный город. Театральный. Комфортно ли мне? Не совсем. С чем это связано? Я стал завхозом. Что это значит? Это значит, что я перестал ставить спектакли. Я занимаюсь туалетной бумагой, декорациями для чужих спектаклей. Вот сегодня утром был техсовет, и мы сидели, выясняли, сколько фанеры нужно для того, чтобы реализовать идею Ивана Комарова, молодого режиссера, которого я позвал из Москвы, работающего в центре Мейерхольда. И вот он сейчас в соседней комнате репетирует, а я думаю, интервью это хорошо, но у меня надо уложиться в 50 тысяч, у меня больше нет, а насчитал завпост 70. Беспокоит ли это меня? Да. Очень. Я поставил здесь за последнее время один спектакль именно об этом. Тебе Бог дал какой-то талант, а ты его тратишь даром. Ты за это будешь наказан. Тебя накажут. Ставь спектакли. Ты должен ставить спектакли. Это вопрос другой. Это самый сложный вопрос. И, как я понял, сейчас самый главный в театре. Найти хорошего завпоста. Найти хорошего завлита, найти хорошего директора театрального. Я тут недавно, если позволите, думал, Волопухин дает с таким рвением столько лет. Потом думаю, наверное, это талант. Сейчас объясню, почему меня так мало интересуют какие-то вещи, а он так четко и внятно, я думаю, потому что это талант и призвание. Это к тому, что это совершенно разные, две разные профессии. И я для себя, ты кто? Ну хорошо, просидишь ты, например, 20 лет, если доживешь, научишься. Хотел бы ты, я думаю, нет.
Потом думаю, почему? Потому что он реализуется как директор, это его призвание, его талант, а ты все-таки режиссер, ты реализуешься в другом. Смотрите, вас в свое время пригласила Александра Илларионовна, да. Мы уже об этом говорили. Вот если бы она оставалась в театре, была жива, вам было бы с ней комфортно в качестве главного режиссера? Сложный вопрос. Сложный? Сложный. Сейчас я понимаю, что эти вещи неотделимы. Когда два творческих человека вместе в одной упряжке, я не очень мягкий, наверное, не очень... податливый человек. Я надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. И Александра Илларионовна, она не была простым человеком. Не была. Это все равно был лидер, это все равно был отчасти художник, это был крепкий, опытный руководитель. Это так. И ужиться двум людям с претензиями на что-то очень тяжело, не потому что... Мы прекрасно с ней общались. Были моменты, мы ругались, были моменты, мы мирились. Мне было удобно, но был другой статус, и я был свободнее. Я мог какое-то время находиться дома в Москве, она мне это позволяла, и я знал, что она все равно держит этот театр очень крепко. Я ей очень благодарен. Она, конечно, великий человек была, и я очень часто ее вспоминаю. Я ей благодарен за то, что она меня позвала. Я даже благодарен за то, что мы ругались. Я вот смотрел... Какие-то вещи меня не устраивали, но она четко, жестко отстаивала свою позицию. Она в этом смысле, конечно, была директор. Директор. У нее были те качества, которых мне не хватает. Я так не могу, я так не умею. А она умела. Наверное, мне было бы легче. Каждый режиссер молодой мечтает быть самостоятельно, работать, да, стать главным режиссером, да. И так далее. Это и вы через это прошли. Поэтому, может быть, мы все-таки действительно найдем какую-то модель, чтобы вы здесь задержались и задержались надолго. Вы об этом думали сами? Вот парадокс. Легкость, вот что тебе легче, чаще не это останавливает, а наоборот, сложность. Я вам открою маленькую тайну. 2 года я думал, уйти легко. Угу. Возьми, поставь спектакль, вот то, что ты хочешь, учитывая все нюансы, на пустой сцене, вот возьми, поставь спектакль. Не получится, вставай, уходи. Но попробуй. И я максимально оттягивал этот момент. Вот и так, и сяк. Я говорил, что нет пьесы, я что-то там это, я кого-то приглашал. Вот эта сложность провоцировала на работу. Когда вы говорите, если найти там директора, не это, наверное, станет легче, но из-за этого не появится возможность реализовать то, что ты хочешь. Она все равно с неба не упадет. Ну да. Ты меньше будешь ставить подписи, и кто-то будет заниматься декорациями, а не ты. С другой стороны, иногда это, хотя бы оправдывает твое существование. Я не очень хочу идти на техсовет. Тебе надо встать, прийти на техсовет, провести его, сделать документы, все рассчитать, пригласить художника, отправить художника. И это иллюзия работы. Я себе отдаю отчет, что не твое это. Но ты все равно это делаешь. Твое, не твое. Есть обязанность, ответственность. Ты встаешь и делаешь. И все, что положено, я делаю. Навряд ли это будет фактором остаться или уехать. Дело не в этом. Это никакого отношения не имеет. А почему я сказал про спектакль? Я не могу сейчас придумать второй повод. Получилось. Угу. Положа руку на сердце, я могу сказать, получилось. Мне нравится то, что они сделали. Это новый для них язык, это, какая-то там стилистика, она мне близка, ее кто-то разделил, нашлись в театре люди. И, кстати, омская театральная критика, там общественность как-то отреагировали, дали какой-то приз. Да не какой-то приз, а лучший спектакль сезона, лучший спектакль года. По этому поводу расскажу анекдот. Рассказывай. Это не нужно делать в прямом эфире. Ладно. И сейчас нужно придумать цель. Без цели жить невозможно. Угу. И вот я ношусь, вчера мы тоже тут к вам приехали, все едут друзья, и мы с Акимкиным сидели, с Пашей, это композитор, который вообще он артист, я 13, прекрасный артист, мой однокурсник. И я ему рассказываю, говорю, давай сделаем или вот это, или вот это, или вот это.
И я к тому, что уже несколько, 2-3 есть каких-то, мне бы хотелось. Но пока я не могу придумать эту цель. Вот если я ее придумаю, тогда будет пусть год, пусть два, не имеет значения. Есть к чему идти, ты будешь это реализовывать. Пока это такое вот, вроде надо, это невозможно, вроде можно вот это, но все равно театр должен как-то работать. Ну, чтобы театр работал, зови, значит, каких-то приличных режиссеров. Ну, думай, ну, попробуй, ну, найди, сочини, не знаю. Пока вот идет этот процесс. И от него зависит, остаться, не остаться. Понятно. А когда получается, кстати, а плевать где? Вот это не имеет никакого значения. Я помню, ты прибегаешь домой вечером, ешь яичницу, и ты счастлив, у тебя хорошо получилась репетиция, ты провел на ней там часов 8, особенно на выпуске. Угу. Потрясающее время. И ты сидишь, ешь эту яичницу, ты ничего больше не успел купить, но ты счастлив. Ну да. И неважно, где ты это делаешь. Никита Ильич, вы недавно, будучи у нас в театре, поделились со мной, я так понял, откровенной мыслью, что у вас есть хорошая, серьезная задумка, какой-то проект, который вы пока вот в этих стенах, там, ну, чисто, может, экономически, финансово не можете реализовать. Вы не сказали, что это за проект, какая это работа следующая и так далее. Но вы готовы, допустим, сделать этот проект совместным с Омской драмой? Мы сейчас являемся свидетелями чуда. Первый раз в жизни на камеру поступает публичное предложение от прекрасного театра, одного из лучших в стране. Конечно, готов. Готовы. Вот это очень серьезно, потому что я подумал тогда, вот вроде бы вы и вскользь сказали, я подумал и думаю, мы могли бы создать такой спектакль, который мог идти на нашей и на вашей сцене. Это утопия. Ну, если это утопия, вам виднее. Идти он может только на вашей сцене. Ну, хорошо. Так мне вдвойне приятно, если мне этот проект будет что на нашей будет сцене. Свет, круг, да. Кулисы, декорации, да, еще и за ваши деньги. Это потрясающе. Нет, мало того, что за наши деньги, еще и гонорар заплатим. Вот это меня, как ни странно, с годами стало интересовать меньше. Меньше. Да. Я уловил этот момент как директор. Меньше, но по сравнению с тем, как было, это для вас не будет меньше, это меньше для меня. Понятно. Шучу. Я понял. Это не главное. Угу. Это не главное. Конечно, я думал об этом. С другой стороны, вот тоже мысли. Маленький город, у тебя свой театр. Как это ты можешь пойти, у тебя даже если позовут на постановку в другой театр? Что скажут там? Что скажут здесь? Вообще модель идеальная. Если не думать о политике, прекрасно. Вы знаете, если думать, как быть, вот как художник, я просто, ну, отлично. Ты можешь реализоваться в Большом театре, здесь у тебя маленький свечной завод. Просто потрясающе. Никита Ильич, смотрите, вот опыт у наших театров, всех омских и у Омской драмы, очень велик по этому поводу. Вы не стесняйтесь, кушайте мед, это нормально. Я просто сейчас вспомнил одну вещь. Да. Позволите? Позволю. Я когда ехал сюда, думал, слушай, как круто, ты же можешь придумать такую вещь. В одном городе оказывается прекрасный режиссер Цхвирава, режиссер Золотая, режиссер Гриншпун. И я ехал и даже озвучил это где-то на каком-то мероприятии. Я говорю, давайте поменяемся. Ты поставишь у меня, я поставлю у тебя. Молодой дурак, думал я, что это прекрасный театральный марафон. Я говорю, давайте за два года переставим друг у друга. Меня так посмотрели, я думаю, я, наверное, что-то не то сказал. Потом я понял, здесь не принято так. К сожалению, ну вот был какой-то опыт там, в Театре нации, делали спектакли. Да нету никаких проблем. Ты берешь артиста отсюда, 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 не нравится, мы возьмем отсюда, и все бегут, и все рады, и люди меняются. И вот это брожение, вот эта среда, она дополняет друг друга, и ты растешь. Тут я там еще Александре давно говорю, там у меня артиста нет, ну давай, ну что в Омске, театров мало, ну вот же прекрасный театр, вот, вот. Ну она так аккуратно, ну не знаю. Это другой театр. Это другой театр. Я говорю, да вы с ума сошли, ну что значит другой театр, какая разница? Нет, нет, нет. И поэтому эта идея умерла на корню, никто даже слушать... Я был удивлен, потом понял, сейчас немножко успокоился, прошел этот юношеский идеализм, но вот так вот пройти по всем, и были нормальные силы. Это очень хорошо, это правильно. Но чем интересен Театр нации? Модель придумал Евгений, да, Витальевич. Да, Миронов, очень хорошую для театра. Он собирает лучших, у него нет постоянной труппы. Во-первых,
голова не болит о творческих людях, ему никто там в уши не дует. Значит, но он собрал всех лучших, пригласил лучших режиссеров, создал спектакль и неделю шпарит, пока у артистов есть возможность не работать в своем театре. Через неделю другой спектакль. Диденко, Гринспун, значит, и так далее, и так далее. Можно перечислять все эти фамилии. Но ваших, по-моему, там три спектакля уже в Театре нации было. Два. Там, ну, там «Спичка». Были «Женихи», там была «Спичка». Кстати, мы с Пашей вчера сидели, вспоминали. «Спичку», оказывается, когда-то играли на сцене вашего театра. Ну, играли на камерной сцене у нас. Да, и это уже, в рамках это, «Маски». Да, только вы почему-то тогда не приехали, как режиссер. Я почему-то не приехал. Почему не приехали, не знаю. Но я запомнил этот спектакль здесь еще, в Омске. Сегодня он уже не идет в театр? Идет. Ну, мы были, со мной тут поспорили недавно, что спектакль уже там не идет. Мы были сейчас вот на «Золотой маске», играли на малой сцене, и я в афише, а у них там же все это в табло, все это везде и всюду, вижу «Шведская спичка», «Гринспун», но я понял, что спектакль по-прежнему идет. Ну, сколько лет уже спектакля? Ну, лет 10 точно. Уже лет 10 точно. Понимаете, о чем это говорит? Это говорит о том, что Никита Юрьевич режиссер, заметный в российской театральной действительности. Скажите, а афиша фестиваля «Молодые театры», который в октябре будет, она уже сформирована? Да, конечно. Вы можете сегодня назвать какие-то спектакли? Могу, почему нет? Она, ну, такая, не то что разношерстная, она интересная. Мы поставили во главу угла, ну, какие-то знаковые спектакли. Из них «Вино из одуванчиков». Признанный спектакль, номинант, Салимзянов, режиссер, прекрасный режиссер, привозим этот спектакль. Мы решили, что должен быть, есть такой спектакль в маленьком городе, Лесосибирск, «Мертвые души» играли они, там три человека, они играют Гоголя, делают это потрясающе, прекрасные артисты, только что были на «Маске» с этим спектаклем, мы решили его привести. Так. Какой-то современный, не какой-то, я знаю какой, просто интригу подержать, спектакль в Ростове появился, и тоже его повезли на «Маску». То есть мы стараемся брать это то, что было. Это в «Драме» было. Или в «Тюзе»? Это в молодежный театр, у них такое есть, какое-то сообщество. Мы везем его сюда. Подумали, было бы неплохо привести какого-то, как говорится, хедлайнера. Кто может сегодня быть хедлайнером? Вести какой-то театр большой — нет денег, это очень дорого. Вдруг выскочило театральное сообщество, в котором прекрасный режиссер Марфа Горвиц поставила спектакль с Лией Хиджаковой. Я позвонил их продюсеру, оказалось, что он, ему долго было неловко спросить, потом он говорит: простите, а вы не случайно не внук? Я говорю: внук, только кого? А не сын, а мы с вашим отцом. И выяснилось, что мы заочно... А вы директор? Подождите, я видел спектакль режиссера Гринспуна. Я говорю: это я. Он говорит: у меня все сошлось. Да, мы приедем к вам и привезем Лию Меджидовну Хиджакову. И мы сыграем два спектакля. Мне кажется, для города будет интересно. «Мой внук Вениамин», прекрасная пьеса, Хиджакова на сцене Пятого театра. Два раза это сыграем. Есть еще что-то, ну, вот из таких, я просто пример разношерстный. Вот тебе классика, понятно, вот авангард, понятно. Вот тебе звезда. Вы из творческой семьи и так далее, и так далее. Кроме деда, там, родителей, у вас есть кумир на сегодняшний день в режиссуре, на которого вы, может быть, не знаю, там, исподволь или где-то внутренне, ну, равняетесь, хотите подражать? Хороший вопрос. Конечно же, об этом думаешь, но понимаешь, что подражать невозможно. Ты никуда не денешься. Каждый дышит, как он пишет. Да. Вот тебе дано, и никогда в жизни ты не сделаешь, как он. Но и он никогда в жизни не сделает, как ты. И вот то, что тебе дано, вот так ты и будешь ставить. Если это называют стилем, прекрасно. Если это отличает тебя от других, замечательно. У меня есть друг,
по совместительству художник Зиновий Марголин. И я ему говорил, я не хочу повторяться, это я уже делал. А он мне говорил, ты дурак, ты тратишь время, не надо ничего искать. Слава богу, что я прихожу на твой спектакль и понимаю, что это поставил Гриншпун. Плохо, когда я прихожу на спектакль и не понимаю, кто это поставил. Вот тебе Бог дал, у тебя есть этот язык. Вот и делай, ты все равно к этому придешь. Не морочь голову, не повторяться. Ты набьешь себе шишек, я набил себе шишек немного. 3-4 года я потратил впустую, а то и 5. И все равно вернулся к тому, что мне близко, что мне легко. Поэтому вопрос подражать невозможно. Кумир – это тоже вопрос спорный. Ну как может быть, тем более у режиссеров, у одиноких, завистливых, ревностно относящихся друг к другу, кумир? Какой кумир? Все гении, все одиноки, все остальные не кумиры, мягко говоря. Я шучу, но кумир не то слово. Я преклоняюсь, масштаб меня поражает. Меня поражает масштаб Мейерхольда, меня поражает масштаб Товстоногова. Я не то что завидую, я удивляюсь этой какой-то хуторской символистской практике, как делают литовцы свои спектакли, какие-то отдельные миры. Они живут так, отдельным хутором. Вот русская деревня, все вместе. На миру и смерть красна, вот русские. Карбаускис, да. Ивашкевич. А эти, Туминос. Туминос, да. Вот такой. Вот у него такой язык. Мне этот язык, он мне нравится. У меня нет уже иллюзий, я бы так хотел. Нет, я бы так не хотел. Но это язык, это стиль, это масштаб. Я с уважением и с восторгом к этому отношусь. Я иногда жалею, я хочу пойти посмотреть спектакль для того, чтобы, ух ты, я хочу лучше, и это иногда провоцирует. У меня такое было. Кто бы знал, из какого сорта. Ты смотришь спектакль, и вот то, что ты потом ставишь, не было бы, если бы не родилась вот это. Я попробую лучше. А можно, оказывается, так можно. Так можно еще и вот. Вот этих вот провокаций, вот этих потрясений мне не очень хватает. Ну, ничего, другой вопрос. Есть люди, которые вызывают уважение, перед которыми восторгаешься, но это не кумиры. Значит, по поводу проекта мы с вами договорились, но вы сами понимаете, что это, конечно, не 19-й год, а вот вполне вторая половина 20-го года может быть. Значит, это уж так, чтобы конкретизировать. Я же в эфир говорю. Да, на самом деле говорю. Преследуют потом, две цели. Потом скажут. Это значит, да. Что... Никита Юрьевич. Что бы вы хотели сказать сегодняшнему зрителю? Не на сцене, а вот так вот, как лидер этого театра, вот вслух и для зрителя. Что бы вы хотели сказать? И тем, кто постоянно входит в Пятый театр, я знаю, это целая аудитория, кто ходит. Постоянно ходит, я хочу сказать спасибо. Да. А тем, кто не ходит, я хочу тоже сказать спасибо. И вопрос, я все-таки, наверное, фаталист. От того, что я скажу, ходите в театр, ничего не изменится. Те, кто ходил в театр, они будут ходить. Скажу я что-то, не скажу, буду я здесь, не буду. Они будут ходить в театр, потому что они хорошие люди. А те, кто не ходил, они тоже хорошие люди. Но они и не будут ходить, что бы я ни сказал. Поэтому... Я хочу и тем, кто ходит в театр, и тем, кто не ходит в театр, просто пожелать здоровья. Будьте здоровы. Ходите куда-нибудь, кто-то в театр, кто-то в кино, и чтобы вы ходили здоровые. Это уже немало. Спасибо большое. Спасибо за интервью. Наверное, на этом завершим, если вы считаете нужным. Я хочу вас поблагодарить за это интервью. Спасибо. Я вас хочу поблагодарить. Я впервые в качестве журналиста. У вас прекрасно получилось. У меня? Знаете, как говорит, талантливый. Да это потому что вы. Это потому что вы напротив меня. Милая беседа, мне нравится. Мне очень жалко, что она такая немножко на пуантах. А я сижу и думаю, сколько бы мне хотелось спросить у этого человека, как бы мне хотелось перенять, как бы мне хотелось узнать все эти ходы. Другое дело, это хитрая лиса, позволю себе так, не скажет. Но все равно, ты что-то считываешь, что-то понимаешь. Я внимательно смотрю за вами, и я вам благодарен.
Я не могу сказать, что мы вот прямо в там. Но я все равно чувствую поддержку. Мы редко встречаемся, но вот ваше приглашение, благодаря вашими молитвами, иногда я проклинаю вас за это. Господи, думаю, дурак, ну когда ты, зачем ты его слушал, этого хитрого, как ты оказался здесь? А сейчас думаю, да ничего, есть какая-то теплота, есть какая-то поддержка, я вас за это благодарю. Спасибо большое, взаимно.